Говорит Черкесск. В эфире Вести, радио Карачаево-Черкесии. В студии с информационным выпуском Рита Нерова. Здравствуйте. Вот некоторые темы. Природно-туристический потенциал Карачаево-Черкесии будет представлен на выставке туризма и индустрии гостеприимства «МИД» в Москве. 42% жителей республики в прошлом году прошли диспансеризацию и профилактические осмотры. Компания «Газпром» газораспределение «Черкесск» объявляет о снижении цены на установку приборов учета газа. И в республике определяют лучших экспортеров прошлого года. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов выразил соболезнования в связи с трагедией в Турции и Сирии. «Страшная трагедия потрясла мир. В результате землетрясения в Турции и Сирии погибли 1500 человек. Есть тысячи пострадавших. Разрушена инфраструктура в населенных пунктах в двух странах. От имени многонационального народа Карачаево-Черкесии от себя лично выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших. Скорейшее выздоровление пострадавшим», написал в своем официальном телеграм-канале Рашид Темрезов. В Карачаево-Черкесии состоялась встреча главы республики Рашида Темрезова с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым. Стороны обсудили сферы возможного межрегионального сотрудничества, реализацию совместных образовательных и молодежных программ, культурных проектов, установление экономических связей между предпринимательским сообществом Карачаево-Черкесии и Камчатского края. Владимир Солодов познакомился с опытом нашей республики в сфере развития туризма, в том числе горнолыжного. Это направление является одним из перспективных для туристической отрасли Камчатки. Руководители регионов отметили, что несмотря на то, что Камчатский край и Карачаево-Черкесия расположены территориально далеко друг от друга, их много объединяет. Мэр Черкесска Алексей Баскаев и исполняющий обязанности министра экономического развития республики Артур Изауф посетили с деловым визитом Центр молодежного инновационного творчества, где ознакомились с работой образовательных площадок. Специалисты центра рассказали об итогах прошлого года, а также планах на этот год. Основные задачи ЦМИД, который входит в структуру центра «Мой бизнес Карачаево-Черкесии», это обучение детей и молодежи с использованием современного оборудования. В центре проводятся практические занятия, мастер-классы и развивающие мероприятия по 3D-прототипированию и моделированию робототехники и программированию. В задачи центра также входит подготовка проектов для привлечения грантовых средств и инвестиций, содействие трудоустройству, поддержка городских сообществ и социальных проектов, а также вовлечение молодежи в общественную деятельность и организация досуга молодежи. Природно-туристический потенциал Карачаево-Черкесии будет представлен на выставке туризма и индустрии гостеприимства «МИД» в Москве. Большая международная выставка пройдет с 16 по 18 марта в «Крокус-экспо». Она состоится уже в 29-й раз и вновь соберет на своей площадке туроператоров, организаторов авторских туров, представителей отелей и авиакомпаний, экспертов по детскому и молодежному туризму. МИД является международной деловой площадкой для стран, регионов и туристических компаний со всего мира, которые представляют свои продукты и услуги на российском рынке. Участники и посетители выставки смогут встретиться с представителями мировых туристических ассоциаций, регуляторами отрасли, найти новых клиентов и партнеров, а также узнать о трендах индустрии на уникальных мероприятиях деловой программы, которая будет интересна для посещения профильным специалистам и экспертам индустрии. В общей сложности планируется собрать более 500 участников из 20 стран и 60 регионов России. В этом году к выставке, помимо туристических, присоединятся и компании из гостинично-ресторанного бизнеса. Компания «Газпром» газораспределение «Черкесск» объявляет о снижении цены на установку приборов учета газа. Акция распространяется на частные домовладения, оснащение которых приборами учета обязательно в соответствии с требованиями федерального закона. В рамках предложения цена на установку газового счетчика снижена в 2,5 раза и при единовременной оплате составит 6900 рублей. В эту стоимость входит выполнение проектных и монтажных работ, а также оплата необходимых материалов.
Абоненту нужно приобрести только сам прибор учета газа, той марки и модели, которая будет определена проектным решением. В прошлом году 42% жителей республики, а это более 200 тысяч человек, прошли диспансеризацию и профилактические осмотры, что на 5,5% выше запланированного количества. Хорошему показателю профосмотров способствовало, кроме всего прочего, применение передвижных медицинских комплексов, таких как мобильные лечебно-диагностические лаборатории «Поезд здоровья». Они выезжали непосредственно в населенные пункты, где люди проходили диспансеризацию, в том числе те, кто переболел коронавирусной инфекцией. В предыдущем году углубленную диспансеризацию прошли порядка 24 тысяч человек от общего числа прошедших профилактические мероприятия. Из них около 10 тысяч – это жители сельской местности. Реализация проекта «Поезд здоровья» продолжится и в этом году. По просьбам жителей Зеленчукского района, передвижной мобильный комплекс в январе посетил Исправнинское и Кордоникское сельские поселения. 73 рабочих места создал бизнес в регионе при государственной поддержке в прошлом году. Гарантийным фондом поддержки предпринимательства Карачаево-Черкесии за прошедший год было предоставлено 45 поручительств. Это позволило привлечь кредитные средства бизнесу. В свою очередь, это помогло субъектам малого и среднего предпринимательства создать новые рабочие места. В Карачаево-Черкесии определяют лучших экспортеров 2022 года. Уже открыт прием заявок на участие в оригинальном этапе конкурса «Экспортер года». Подать заявку могут компании малого и среднего бизнеса из числа экспортеров республики. Премии вручаются по следующим номинациям: «Экспортер года в сфере промышленности», «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» и «Прорыв года». Заявки на участие принимаются до 28 февраля включительно. Подать документы на участие можно в центре «Мой бизнес Черкесска» по Ленина 53. В конце прошлого года в средней общеобразовательной школе аула Жако Хабесского района завершился капитальный ремонт здания. Здесь выполнен весь объем строительных работ, причем на качественном уровне и в короткие сроки. В частности, подрядная организация выполнила ремонт фундамента и отмостки, частичную замену кровли, фасада здания, внутренние штукатурные, облицовочные и малярные работы. Отремонтировала также системы отопления, водоснабжения, канализацию, выполнили электромонтажные работы и слаботочные сети. Вместе с тем благоустроили двор, заменили теплотрассу, а также отремонтировали входные лестницы, обновили окна, двери, потолки и полы. Теперь это комфортное, самое современное, отвечающее всем требованиям образовательное пространство. Мошенники используют чужой аккаунт для хищения денег обманом. В правоохранительные органы Черкесска обратилась 60-летняя жительница города. По ее словам, в одной из социальных сетей ей пришло сообщение от знакомой, которая просила одолжить 25 тысяч рублей. Потерпевшая перевела деньги и созвонилась со своей приятельницей, которая сообщила, что деньги не просила и сообщения не отправляла. МВД по Карачаево-Черкесии в очередной раз призывает граждан не терять бдительность. Если ваш аккаунт взломали, вы, скорее всего, об этом узнаете. Приложение присылает уведомление, когда вы или кто-то другой логинится в ваш аккаунт. В уведомлении указано устройство, страна и город, операционная система, с которых вошли в аккаунт. Если это были не вы, не паникуйте, а просто завершите все активные сессии. Тогда вы перекроете доступ к своему аккаунту для мошенника, вы сможете защитить его. Первое и самое главное правило – не переводите денежные средства. Постарайтесь созвониться с друзьями и родственниками для уточнения информации, напоминает региональный МВД. Аудиолекции Банка России по финансовой грамотности впервые зазвучали на национальных языках республики. Все материалы размещены в специально созданном разделе на официальном сайте ГТРК «Карачаево-Черкесия». Информацию комментирует заведующий сектором отделения Банка России по республике Индира Алботова. Как уберечь свои деньги от мошенников, выбрать кредит и правильно рассчитать свои силы? Что делать, если у вас украли банковскую карту? Полезную информацию по этим и другим темам теперь можно прослушать на карачаевском, черкесском, абазинском и ногайском языках. Перевод аудиолекции на национальные языки – это совместный проект регионального отделения Банка России и телерадиокомпании ГТРК «Карачаево-Черкесия».
Карачаевске прошло первенство Карачая-Черкесии по вольной борьбе среди юниоров до 21 года на призы заслуженного тренера России Алхаза Чотчаева. В соревнованиях принимали участие около 90 сильнейших спортсменов республики, в числе которых победители юношеских первенств Европы Амаль Джандубаев и Амаль Кирейтова, а также бронзовый призер первенства России Расул Капсергенов. Победители и призеры соревнований и их тренеры награждены памятными кубками, медалями и грамотами регионального министерства физической культуры и спорта, а также денежными призами. По итогам данных состязаний будет сформирована сборная команда Карачая-Черкесии для участия в первенстве Северокавказского федерального округа по вольной борьбе среди юниоров до 21 года, которое пройдет в марте этого года в Грозном. Ну и последняя информация. В селе Дружба Прикубанского района состоялись чемпионат и первенство Карачая-Черкесии по кикбоксингу. А бойцы 6-й спортивной школы «Черкеска» завоевали сразу 14 золотых наград. В соревнованиях принимали участие в общей сложности более 250 спортсменов из нашей республики, Ставропольского края и Адыгеи. В течение 3 дней ребята демонстрировали свое мастерство, характер и стремление к победе. Турнир выявил сильнейших бойцов для участия в чемпионате и первенстве Северокавказского федерального округа, которое пройдет с 15 по 19 марта текущего года в Избербаши Дагестана. По итогам турнира командные места распределились следующим образом. Первое место заняла сборная команда Карачая-Черкесии, второе место – бойцы из Адыгеи, и третья ступень пьедестала досталась гостям из Кабардино-Балкарии. Радио России Карачаево-Черкесия. Погода. Сообщаю синоптиков Республиканского гидрометеоцентра. Сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается облачная погода, снег, местами сильный. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха от 5 до 10 градусов мороза. На дорогах гололедица, местами снежные заносы. В горах республики сохраняется лавиноопасность. В Черкесске снег. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Столбик термометра опустится до минус 9 и на дорогах города гололедица. В регионе объявлено штормовое предупреждение. В течение суток 8 февраля местами в Карачаево-Черкесии ожидается очень сильный снег. Таковы некоторые события республики. Информационный выпуск провела Рита Нирова.